Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Эпифокс, и сегодня мы с вами продолжим играть в сияющую песню Стардома, но перед этим хочу вас попроситься... Кого попроситься? Хочу вас попросить подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео, о новых стримах и вообще о всем, что происходит. Также подписаться на группу ВКонтакте, там я выкладываю новости, будь у меня то страйк, будь у меня стрим. Все найдете в закрепленном посте в группе ВКонтакте. Также приглашаю вас на наш сервер Дискорда. Ссылочка тоже находится в описании. Я иногда там, так скажем, чилю, зависаю, и поэтому, может, даже с вами поговорим. А на этом мы начинаем. Закончив утреннюю практику, девушки собрались вместе, чтобы посплетничать. Серьезно, как долго Адольф собирается тянуть время, прежде чем выберет одну из нас лидера? Думаешь, он избегает решения? Ха, ничего удивительного, парни всегда нервничают, когда им нужно выбрать девушку. И жупари... Он каждый день потеет от ужаса, у себя в офисе ломает голову над этим вопросом. Тогда, быть может, нам стоит снова надавить на него, как в прошлый раз. Ты, Сереж, собираешься заняться этой ерундой? А что, тебя не заботит, кто станет лидером? Но на данный момент у нас есть более важные дела, нежели беспокоиться о таких вещах. Мария права, мы в любом случае останемся с Варновым, вне зависимости от того, кого он выберет лидером. Хорошо сказано. Но я бы не удивилась, если бы выяснилось, что вы сами втайне посылаете ему смс-ки сексуального содержания по ночам, пытаясь завоевать расположение продюсера. Какое коварство. Ак, я определенно знаю обо всех темных сторонах индустрии идолов. Эй, только не говори мне, что ты уже делала что-то подобное. Я просто привела пример. Никому не стоит втихаря проворачивать подобное, чтобы стать лидером любыми путями. Путь к славе долог и тернист. Я понятия не имела, что так будет. Мне тоже стоило бы отправить ему пару смс. Мария стукнула Марию по макушке. Мику. Тебе же сказали, мы не будем заниматься ничем подобным. Их споры не утихали, даже когда они прибыли в концертный зал для своего еженедельного выступления. Переодеваясь в униформу, девушки вернулись к рассуждениям. А что если Адольф решит менять лидера время от времени, вместо того, чтобы выбирать кого-то одного? Это было бы неплохой идеей, тогда каждая бы смогла побыть лидером. Сомневаюсь, чтобы нам пришлось переодеваться для... проделывать хореографию каждый раз, когда... как для всех наших песен. Соглашусь, Джули, будет проще привыкнуть к одному лидеру, чем постоянно перестраиваться под каждую из семи участниц. Жаль. Тогда у нас нет других вариантов, придется остановиться на том... на ком-то одном. Блин, чем Адольф вообще занят? Почему не выбирает уже одну из нас раз и навсегда, вместо того, чтобы держать всех в постоянном напряжении? Похоже, что кое-кто не на шутку обеспокоен. Разве ты не понимаешь, это может стать решающим моментом всей нашей жизни? Ну хватит уже, ты успокоишься или нет? Бесишь своим постоянным нытьем. Наше выступление вот-вот начнется, приберегла бы энергию для сцены. Да неужели? Уж кто-то, а я-то не облажаюсь. Блин. Джули достала телефон и сделала селфи, засветив на камеру себя в нижнем белье. Ты чего вытворяешь? Ах, неужели ты собралась отправить эту фотографию нашим продюсерам? Конечно же нет. Нечего выдумать. Такие моментальные снимки мне... Снимки помогают мне успокоиться. Так я снимаю напряжение перед важными событиями. Ага, ясно. Что? Ничего подобного. Любой девушке необходимо порой предаваться воспоминаниям. Хотите сказать, что вы не делаете своих снимков, чтобы напомнить себе, что вы чего-то стоите? Это как если бы вы повесили дома плакаты с изображением своего кумира или типа того. Ах, забудьте, я не собиралась никому это показывать. Тогда Натан тоже должна сделать несколько мотивирующих фото для себя. Она вытащила телефон и сфотографировала себя с улыбкой на лице. Яху! Ха, ерунда, настоящий идол должен выглядеть на снимке. Вот так! Нацуки сделала снимок Аки, когда та позировала перед ней. Аки подбежала, чтобы увидеть результат. Прежде чем кто-то успел ей помешать, Нацуки сделала несколько быстрых снимок девушек. Мария лишь неодобрительно качала головой в то время, как сами была бледна от ужаса.
Ох, как же стыдно. Девчонки. Ах, неважно. Так, время для веселья окончено. Концерт вот-вот начнется. Одевайтесь и готовьтесь к работе. Хорошо. Стараясь подавить себе смех, девушки вернулись к подготовке. Теперь уже в более приподнятом настроении. Невероятно, просто невероятно. Закончив свое выступление, девушки выстроились в ряд для встречи с фанатами Сверхновой. Не меньше сотни членов фан-клуба собрались перед своими кумирами. Я не мог не чувствовать гордость, когда наше выступление в очередной раз собрало полный зал. Благодаря усердной работе моих девушек, их популярность растет день ото дня. Один из фанатов приблизился к Аки. Он пожал ей сразу обе руки, не скрывая своего восторга. «Аки, я ваш фанат еще с тех времен, когда вы дебютировали в розовой землянике». «А, это правда? Что ж, спасибо». Это вам спасибо, Аки. Ваши фанаты всегда будут рядом, чтобы приободрить вас, сколько бы лет ни прошло. Хм. Позвольте мне поблагодарить вас за поддержку. Мое сердце всегда будет с вами. Фанат едва не упал в обморок, схватившись за сердце, но судя по его лицу, он был на седьмом небе от счастья. Другой фанат подошел к Нацуки. Он поклонился ей, его голос был немного более басистым, чем у предыдущего. «Госпожа Танабе, для меня огромная честь встретиться с вами». «Эх, зовите меня просто Натан, ладно?» «Как скажете. Вы сегодня выступили просто божественно. У меня нет слов, чтобы передать, насколько я восхищен. Пожалуйста, никогда не переставайте улыбаться ради нас всех». «Принято, Натан будет идти только вперед. Если вы не против, я хотел бы сделать с вами фотографию». Он передал Нацуке свой мобильник и протянул мне специальный синий билет, который дает посетителю право на фотографию. Я поклонился и принял билет из его рук. «Хорошо, большое спасибо, что пришли». «Эх-эх!» Нацуки вскочила на стол, обхватила фаната одной рукой со спины, другой держала телефон для селфи. Нацуки подмигнула и изобразила символ мира, сделав несколько снимков. Фанат многократно поклонился после того, как Нацуки вернула ему телефон, в его глазах были слезы радости. «Спасибо! Огромное вам спасибо!» «Не за что! Увидимся в следующий раз!» «Ох, пожалуйста, посетите мой блог, я администрирую фан-сайт Сверхновой, starnovofan.moe». Он продолжал радостно кричать, в то время как сотрудники и охраны припровождали его к выходу. Встреча с фанатами была в самом разгаре. Девушки заканчивали переодеваться после тяжелого трудового дня. «Эх, это был долгий день». «Ага, но зато нам больше не нужно заниматься подработкой. В любом случае, уже вечер, самое время расходиться по домам». «Я согласна, теперь это похоже на настоящую работу. В последнее время я устаю даже чаще, чем обычно». «Вот только не надо провоцировать. Меньше всего нам сейчас нужна отдыхающая Мария». «Эй, заткнись!» Собравшись силами для последнего рывка, девушки направились к станции. Добравшись до платформы, они уже были готовы расходиться, как вдруг Нацуки вскрикнула. «А! Где же у...» «Что? Что-то случилось? Странно, где же...» «Я не могу найти свой мобильник». Она вывернула все карманы, но безрезультатно. «Подожди-ка, в том телефоне были же те типа фотографии!» «Нет!» Спокойно, без паники, Натан могла просто забыть его в гримерной. «Мы должны вернуться и найти его». Девушки с окна побежали к концертному залу, но обнаружили, что он уже был закрыт на... «Нет, закрыто!» «Тогда придется вернуться сюда завтра с утра». «Как бы то ни было, подумай, где ты его в последний раз видел. Возможно, что он даже не там». Что-то вспомнила? Ух. Нацуки нервно озиралась по сторонам, на лице просто перекапельки пота. «Было кое-что. Я точно помню, что у меня был при себе телефон во время встречи с фанатами. И тот парень подошел ко мне с телефоном, который был той же модели, что и у меня. Мы сфотографировались на его телефон, я плохо помню, что было дальше. Я отвлекалась на разговор с ним, помню, что отдала ему телефон назад, но... Если подумать, это был последний раз, когда я видела свой телефон тоже. Чего ты хочешь сказать, что ты случайно могла отдать свой телефон с нашими обнаженными фотками к какому-то случайному незнакомству? Ничего такого, скорее всего, просто забыла его в гримерной». Аки вцепилась в Нацуки, готовая ее уничтожить. «Скорее всего, наши обнаженные фото на этом телефоне». Мика стала рядом, готова в любую секунду упасть в оморок и разрыдаться. «Ах, повелитель ночи, забери меня отсюда!» Мика села на землю, сквозь слезы едва можно было расслышать ее слова. «Если эти фотографии попадут в сеть!» Сасами встала на колени рядом с Микой, чтобы ее поддержать, при этом сердито крича на Нацуки.
Как так можно? Я же предупреждала, чтобы вы не делали этих фотографий. Ну хватит, лучше проверьте посты в сети. Если телефон действительно попал не в те руки, наши фотки наверняка уже разошлись по всему интернету. Девушки вытащили свои телефоны и начали активно просматривать все известные сайты, где могли появиться их фотки. Через несколько минут они были готовы отчитаться друг перед другом. Ничего. Ого! Сердца девушек вздрогнули из-за внезапного возгласа на Ацуки. Что-то нашла? Наши фото уже в сети, мы теперь сами посмешиваем все индустрии идолов. Ах, я знал, что рано или поздно с нами произойдет что-то подобное. Теперь и нам прямая дорога куда-нибудь в реалити-шоу для тупого быдла. А, нет, я ничего не нашла. Тогда что ты так скликнул? Не пугай нас зря. Да нет, я просто вспомнила, что тут сказал тот парень. Он говорил, что является... Короче, у него есть сайт. Да, starnovofan.moe. Ясно, у него были фотографии, первым делом он был загрузил их в свой блог. Ха. Ты сами незамедлительно решила проверить новую информацию. Тут нет ничего такого. Что же, значит, пока он не в курсе, но все же. Смотрите, тут есть его контактные данные. Ох, думаете, нам стоит связаться с ним? А, вы же знаете, что агентство запрещает нам встречаться с фанатами за пределами профессиональной деятельности. Это особый случай, ты же понимаешь, на кону нашей жизни. Мы все станем участницами реалити-шоу. Натан, свяжись с ним как можно скорее. Мы просто выманим его в темный переулок и избавимся от него. Чего? Нам меня опять пугает. Позвони ему. Если моя задница разлетится по всему интернету, я сама себя убью, я не шучу. Ужас. Ты же не понимаешь, что это твоя... Ты же понимаешь, что это не твоя вина. Ты должна следить за своими вещами, балда. Девушки навесили на Нацуки с взглядами полной ненависти. Ладно, ладно, я напишу ему. Киосуки вылетел из души все еще от эйфории от прошедшей встречи. Он шел через свою небольшую квартиру-студию, стены которой были заставлены статуэтками персонажей аниме и завешаны плакатами и идолами, прямо как у тебя дома. У меня тут из плакатов, блять! Богоматерь, нахуй. Какой-то жирный чел, сидящий на золотом троне. Какая-то бабища в фиолетовом поле. И еще одна богоматерь. Вот это идолы, блядь. Как и в любой другой день, он заварил себе лапши и уселся перед компом. О, кстати, надо же скинуть фотку, надеюсь, она получилась как надо. Он взял свой телефон, чтобы подключить его к компьютеру, в тот момент решил сигнал на новом электронном письме. Почта? А, опять какой-нибудь спам. Но прежде чем открыть галерею в телефоне, он не заметил адрес отправителя в письме. Да ладно! Он удивился и едва не опрокинул миску с лапшой. Да не может быть, чтобы мне пришло письмо от нее, наверняка это какой-то розыгрыш. Или, возможно, менеджер Натан делает рассылку всем посетителям ее концертов. Он задвинул очки на нос и открыл письмо. В этот раз и не подавился... Он едва не подавился своим ужином, увидев содержание. Яху, это Натан. Спасибо, что посетили сегодня мой концерт. Кстати, как насчет того, чтобы встретиться снова? Например, прямо сейчас. Я буду ждать вас возле станции Акиба. Ах да, не забудьте свой телефон. Какого черта тут происходит? Киосуки так удивился, что едва не ударился головой о потолок, подпрыгнул со стула. Натан хочет встретиться со мной лично прямо сейчас? Как ошпаренный, он бросился собираться, забыв обо всем на свете. Нервно изучая содержимое шкафа, Киосуки пытался выбрать что-нибудь наиболее подходящее для такой важной встречи в своей жизни. Черт! Он никогда не был модником, поэтому носил то, что казалось ему удобным. О привлечении женщин к своему внешнему виду парень никогда особо не думал. Вот же, блин! Натан! Он подбежал к столу, чтобы взять свой телефон. Я иду к тебе. Когда Киосуки прибыл на станцию, он едва дышал. Утерев лицо платком, он пытался разглядеть в толпе Нацуки, все еще не веря в то, что происходит это на самом деле. О, вот ты где. Натан! Киосуки едва не потерял сознание, когда понял, что Нацуки действительно стояла перед ним. Эх, как же здорово, что вы действительно пришли сюда. Парень упал на колени перед ней, сложив обе руки у себя на груди. Прежде чем вы что-то скажете, подумайте как следует. У вас впереди долгая и успешная карьера, не стоит отказываться от нее так легко, чтобы не случилось. Я всегда буду рядом, чтобы поддержать вас. Ага. Ах, простите, вы меня неправильно поняли, произошло недоразумение. Я заметила, что мой телефон куда-то пропал после нашей встречи с фанатами. Подумав об этом, я пришла к выводу, что вы, возможно, по ошибке могли его взять. А? Что? У парня очки запотели от волнения. Не возражайте, если я одолжу ваш телефон на минуту? О, конечно.
Нацуки проверила телефон. О, это не мой, блин. Все равно спасибо, что так быстро откликнулись. Я буду рада увидеть вас снова на нашем концерте. Конечно, рад помочь. Тогда до встречи. Нацуки помахала ему с улыбкой, затем скрылась из виду. Ах, Натан такая милая. Глупо было, что на что-то рассчитывать, но получил шанс, который бывает раз в жизни, встретиться с ней за пределами сцены. Пацаны не поверят, когда я им расскажу. Так, Хиясуки в припрыжку направился домой. Так значит, у него не было твоего телефона. Похоже на то. В любом случае, раз фотки еще не попали в сеть, значит, телефон действительно лежит в гримерке концертного зала. Мы просто обязаны явиться туда завтра утром и найти его. Хорошо. Ох, как же я устала. Я иду домой спать. Ох, я тоже, если только получится уснуть в сети всех событий. Я не хочу стать участницей реалити-шоу. На этой ноте они разъехались по домам. Ладно, ребят, на этом, я думаю, можно закончить эту серию по сияющей песне Сверхновой. Всем спасибо, что посмотрели, с вами был я, Эпифокс. Если вам понравилась эта серия и вы досмотрели до этого момента, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, поставьте лайки, напишите свой охуевший комментарий. А на этом я с вами прощаюсь, всем до новых встреч, всем удачи и всем бай-бай.